В первое воскресенье октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник работники сферы образования. Свои истоки День учителя берет в далеком 1965 году. Именно тогда вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор праздник отмечают в каждой семье, ведь все мы родом из школы. На смену учителям советской закалки пришли молодые, целеустремленные и амбициозные педагоги нового поколения. В настоящее время в образовательных учреждениях минимум 50% коллектива составляют именно они. Одним из таких ярких представителей поколения Next является Нурсултан Жакупов. Молодой педагог работает учителем-модератором физики. С выбором профессии Нурсултан определился еще в школьные годы. Примером для него стал учитель казахского языка и литературы. Мне было очень интересно присутствовать на уроках. Вдохновило то, что как человек объяснял предмет, как он, получается, рассказывал про всякие там жиры и так далее. И, получается, даже исполнял там нам на домбре исполнение некоторых акынов. И вот в 10-11 классах я уже как бы подумывал стать на путь педагога. Ну, немножко мешкался между инженером там и преподавателем. Но в итоге такое вот воздействие на меня оказало, и я пошел в преподаватели. В 2011 году, поступив в педагогический вуз, Нурсултан начал углубленно изучать английский язык. На втором курсе он уже определился с выбором узкого направления в своей педагогической деятельности – физика на английском языке. Во время учебы по программе академической мобильности съездил в Малайзию. В 2015 году, после прохождения трехмесячной практики и пройдя конкурс, Нурсултан Жакупов устроился работать в школу. Когда студенты проходят практику. Обычно в педагогических вузах практику мы проходим с первого курса. И получается, начиная с того времени, нужно уже вникать в весь этот процесс, нужно знать, какие документы использовать, смотреть на все вот эти программы и на практике уже как бы отрабатывать свои навыки. К примеру, нам назначали руководителей менторов и очень тесно сотрудничать с менторами, спрашивать у них и так далее. То есть здесь уже идет такой процесс наставничества, поэтому опытные учителя, они передают новеньким учителям. И то же самое происходило у нас здесь, когда я уже устроился на работу, нам назначили ментора, у нас было совместное обсуждение. То есть здесь вот хотелось бы сказать, чтобы опытные учителя больше помогали к молодым учителям. Обучая детей, Нурсултан и сам не перестает учиться, постоянно повышать свою квалификацию. Молодой учитель всегда стремится развиваться в профессиональном плане. Так он посетил школы Англии для обмена опытом с зарубежными педагогами, пишет научные труды, выступает на международных площадках. И это далеко не все. Совместно с коллегой, учителем информатики, Нурсултан снимает ролики на YouTube, где рассказывает об использовании инструментов современных технологий на уроках. Еще один педагог новой формации – это Азамат Абишев. Он учитель физической культуры и спорта. Азамат сам со школьных лет занимался спортом, регулярно выступал на различных соревнованиях. В этой школе учился с первого класса до 11 лет. Окончил эту школу. Как это? Достижения все мои. Я вот в этой школе занимался борьбой, боксом. Здесь тоже скиф есть. Потом и решил заняться боевыми искусствами, муай-тай, тайский бокс, идет на этом. Гагарина 30, клуб «Берлик», я вот оттуда начинал с 2008 года. И вот мои достижения все, медали, кубки. И вот и 2008 года я вот занимаюсь до сих пор. Уже 12 лет.
Путь к преподавательству был заложен со школьной скамьи. Азамат всегда любил развивать спортивные навыки у детей, ставить для них цели, подавать пример. Ему хотелось передать свой опыт, который он нарабатывал из года в год, совершая ошибки и исправляя их. Я учился здесь, и мне нравилось это все, преподавать у учителя. Я как закончил ПГП, учился ПГП, закончил и сразу же пришел к своей школе родной и устроился учителем. И стаж у меня небольшой, 3 года. И за эти 3 года у меня я сам тренер по тайскому боксу и преподаватель. И сам участник тоже. Участвовал на соревнованиях различных. И в том году у меня был профессиональный бой. Пояс Жоунгер. Я выиграл пояс Жоунгер. В городе Атрау было. Первую награду у меня было в 2008 году. Это было в городе Астана, тогда называли. У меня первая медаль, я даже помню ее. Она идет здесь идет. Второе место. И то там, у меня особо опыта не было. Я первый раз выехал на чемпионат Казахстана. И там 3 боя провел. Выиграл. И после следующего у меня через полгода следующий Казахстан был. Я подготовился и выиграл первое место. Усердные тренировки, упорство и стремление, говорит Азамат, всегда дают хорошие результаты. Личная спортивная закалка дает возможность успешно вести образовательный процесс и быть примером для детей. Ребятки, здравствуйте! Сегодняшняя тема нашего урока – число 6. Открываем с вами страничку 24 быстренько. Давайте вспомним с вами состав числа 6. Состав числа 6. Число 6 состоит из каких чисел? 3. Поднимаем руку. Арина? 3. 3 и? 3 и? 8. Варя? 3. Еще? Еще кто ответит? А это учитель начальных классов Айджамал Балтабаева. Стать для детей другом – ее главная цель. Окончив обучение в педагогическом колледже, Айджамал сразу же устроилась на работу. Параллельно девушка продолжает обучение в университете по специальности туризм. В будущем планирует не останавливаться и получить еще одно педагогическое образование и степень магистра педагогических наук. Сейчас она преподает в дежурных классах. Один класс поделили на 2 дежурные группы. Первая группа приходит с утра 8:40 до 12 часов. После приходит вторая подгруппа, и занятия проходят до 5 часов вечера. До занятий, за 20 минут до занятий, кабинет полностью моется, полностью обрабатывается. Обучение проходит несложно, наоборот, когда малое количество учеников, наоборот, они быстро что-то запоминают, быстро схватывают всю информацию, работают быстрее. Ты каждому уделяешь, то есть определенное время. Азамат и Айджамал работают в одной школе. Именно здесь они встретили друг друга. И эта встреча оказалась судьбоносной. В этом году педагоги стали супружеской парой. Работать вместе, рассказывает Айджамал, легко и удобно. Всегда есть поддержка и взаимопонимание. Работать вместе – это легко, наоборот, весело. Даже во время дистанционного обучения было очень много работы. Я была завалена работой, но мой муж меня, наоборот, поддерживал, понимал меня. Самое главное, у каждого есть стимул для развития и множество планов профессиональной деятельности. А благодаря поддержке друг друга все намеченные цели будут выполнены. Все отлично. И у меня отлично. В работе у каждого учителя встречались и продолжаются встречаться трудности, но молодые педагоги уверяют, что их удается с легкостью пройти, когда есть хороший и опытный наставник, который всегда объяснит и поможет найти эффективное решение. Еще один немаловажный факт – саморазвитие, ведь учитель – это тот же ученик, который тоже каждый день учится, пополняет свои знания, расширяет кругозор и совершенствуется, чтобы дать своим ученикам главные уроки жизни.